Мы продолжаем, друзья, и встречайте специальное предложение только сегодняшнего дня. Светлану Воронцову невозможно было вытащить сегодня из брюк Грация. Ей настолько понравилось, что она даже их не меняет после эфира. Нет, ну мы обычно переодеваемся, она говорит, я буду в них. Ну, я хочу сказать, Оленька, что утро мое началось с моего любимого оттенка баклажан, а сейчас я выбрала классический цвет черный. Вы видите, как я меняю верхнюю базу, но мой низ остается стройным. Вы знаете, я долгое время искала сезонные брюки. Сколько лет я прожила в своем родном городе Архангельске, это практически крайний север. И я знаю, что такое, когда женщина стоит на остановке, ждет транспорт, и она замерзла. Хотите полюбить зиму? Хотите, чтобы зима полюбила вас? Тогда я предлагаю обратить внимание на нашу модель. Сегодня днем с огнем не найти таких сезонных брюк. Внимание! Наши брюки Грация с спасут вас от минус 30 градусов. И это не лыжные брюки, толстые с ватником или с утеплителем. Это брючки с утеплителем флис, которые позволяют вам согреваться и чувствовать себя постройневшей. Только представьте, брюки со стройняющим эффектом, под которые не нужно надевать шерстяных колготок. Они и так теплые. Сезонное предложение для того, чтобы вы не замерзли, за 1999 рублей. Да, и 4 цвета на выбор. Светлана Воронцова уже второй цвет выбирает для себя. Кто знает, что будет дальше. Давай расскажем, какие цвета пока у нас нет есть. Никаких ограничений. Я бы вам тоже посоветовала выбрать сразу несколько оттенков. Итак, на мне классический черный, а этот оттенок называется мокка. Очень красивый, глубокий оттенок шоколада. Вообще, мне очень нравится, когда такие оттенки сочетаются с золотистыми, бежевыми. Очень красивое сочетание с оттенком бирюза. Ну, а мой любимый цвет баклажан сегодня украсил наших моделей. Вы видели на Танечке Крицкой этот цвет сегодня. Синий, темно-синий выбор Ольги Грядуновой. И Оленька выбрала для себя темно-синий не случайно. Если вы любите классические черные, и у вас тоже их много, как у Оли, ну, выберите синий. Да, кстати, размеры у нас, внимание, вот это очень важный момент, от 46 до 72 света. Как да. Это сложно, все-таки большие размеры, они практически не продаются в магазинах. Либо нужно ездить за несколько километров в поисках больших на размеров и качественной одежды. Сегодня на телеканале Shop & Show эксклюзивная коллекция брюк Грация до 72. Только сегодня. Я хочу напомнить, что сегодня представитель этого бренда, известный конструктор-дизайнер Светлана Владимирова, принимает активное участие. И Светлана сама разговаривала с клиентами, и они просили, а можно до 72-го? Как здорово, что представители этого бренда сегодня напрямую могли сделать и расширить производство. Друзья мои, еще утром размеры были до 66-го. Мы прибавили 3 размера специально для вас в преддверии новогоднего праздника. И еще, эти брюки могут заказать для себя 74-й размер, потому что брюки Грация сделаны по лекалу более свободному. Начнем с того, что бренд Greenlight начали свое производство 15 лет назад, начиная именно с моделей брюк. А потом, после этого, когда они стали очень популярны, они расширили свое производство до коллекции блуз и платьев. Владелец бренда Татьяна Алексеевна Котова, она сегодня нам сообщила, что цену поднимать на большие размеры не будет, потому что, ну, казалось бы, ткань-то больше расходуется на 72 размер. Она сказала, нет, нет, для вас, для телезрителей телеканала Shop & Show мы оставляем прежнюю цену. Ура! Звоните и заказывайте, пышные красавицы. Мы теперь с вами согреемся и постройнеем. Ну давай расскажем, в чем же секрет все-таки наших брюк. Во-первых, я выворачиваю изделие на изнаночную сторону. И все видят нежную, бархатистую, как у персика, основу. Это флис. Знакомьтесь, его величество тепло. Именно флис защитит наших женщин сегодня до минус 30. Ведь по тепловому эффекту флис не уступает шерсти. А почему, спросите вы, мы такие стройные? Потому что волокна флиса по тонкости напоминают шелк. И это еще не все. Эластичная и упругая текстура трикотажно-вискозного полотна отлично тянется и восстанавливается. Вы понимаете сейчас этот эффект упругости? И чтобы доказать вам, что мы с вами стройнеем, я хочу пройти на подиум и провести
провести эксперимент с нашей моделью Екатериной. Давай. Катя выбирает фиолетовый цвет. Машенька, дайте мне в руки метр. Сейчас мой ассистент вносит в студию метр, который докажет нам, брюки стройнят. И эти брюки предназначены для любой женщины. Катерина, я иду к тебе. Здравствуйте, мои дорогие. Сейчас мы проводим эксперимент. Итак, давайте представим картину, когда многие женщины выбирают брюки с неправильной посадкой. Что это значит? Либо посадка слишком занижена, либо мы хотим спрятать все секреты. Вот они все у нас завуалированно скрыты. Катюшенька, итак, Екатерина Шестеркова сейчас приспускает брючки, и мы измерим ее параметры до того, как Катя надела брюки. Что случается, когда у нас неправильная посадка? Все вываливается наружу. Вообще, это не секрет, что с возрастом у женщины меняется происходит гормональное нарушение. Итак, давайте зафиксируем сейчас объемы Катиной талии. 110 сантиметров. Мы попросим нашего режиссера, покажите, пожалуйста, вот. Катенька, чуть-чуть развернись, милая. Вот, 110 сантиметров. Убираем метр, и сейчас, Катюша, мы надеваем наши брюки. Вы должны это видеть. Сколько бы я вам не могла рассказать, лучше один раз увидеть. Катя, приподними блузу. Вы посмотрите, где наш животик. Он очень эффектно спрятался внутри. Вы видели, какая посадка? Это настоящий корсет. Это как коррекционное белье, которое убирает наши излишки. Было 110, вы помните? Помню. А стало? Давайте измерим сейчас наши параметры. 92 сантиметра! Невероятно! Минус 18 сантиметров! А вы хотите постройнеть перед Новым годом аж на 18 сантиметров? Звоните к нам! Брюки «Грация» способны для того, чтобы сделать вас стройной. Просто нужно их заказать. 1999 рублей за вашу стройность! Оленька, итак, мы потеряли 18 сантиметров. Я хочу показать эти сантиметры, которые к вам никогда не вернутся. Итак, забудьте про лишние объемы. То, о чем мы сегодня говорили, вот они. Ваши злосчастные 18 сантиметров останутся в засекреченной зоне наших брюк. Вы видите, что происходит, когда мы выбираем правильную одежду. Мы можем с вами не сидеть на диетах, мы можем с вами не заниматься физкультурой. Но стоит нам выбрать правильную посадку, стоит нам выбрать правильную эластичную упругую ткань, как наша фигура превращается в фигуру молодой женщины. Все знают, что с возрастом наша кожа становится более дряблой, не такой упругой, как в молодости, но только не с этими брюками. Посмотрите на меня. Катя моложе меня лет на 15, но при этом я хочу сказать, что ее бедра и мои бедра практически одинаковы. Да, вы стройненькие, хорошенькие. И такое впечатление, девочки, что по вам утюгом прошли, что прям полностью вас отгладили. Если вы хотите новую фигуру к Новому году, если вы мечтаете о брюках, которых вы не будете замерзать даже в минус 30 градусов, и ничего поддевать не нужно, никаких колготок, вот, это то, что вам нужно от бренда Greenlight с максимальной выгодой для вас. Звоните и заказывайте.